Thank you.
Эжен Базар, современный французский композитор, родился в 1905 году, является большим мастером миниатюры для духовых инструментов. Действительно, именно этот жанр создал имя во всем мире. И его миниатюры исполняются по всему миру, и в частности в Союзе художников мы очень много исполняли его произведения и для гобоя, и для валторны, и для кларнета. Но сегодня, можно сказать, маленькая премьера для Союза художников, баллада для бас-кларнета и фортепиано. Надо сказать, что это достаточно редкое, оригинальное произведение для бас-кларнета. У бас-кларнета не такой большой, так сказать, репертуар сольный, написанный специально для этого инструмента. Это более оркестровый инструмент, и он чаще все-таки используется как такая колористическая краска в оркестре. Но, тем не менее, База, естественно, как большой любитель использовать духовые инструменты, он написал балладу. Причем баллада эта написана в 1939 году. Это, можно сказать, одно из самых последних произведений, написанных перед Второй мировой войной, и если прислушаться к этому сочинению, там слышны некие отголоски вот тех катаклизмов, которые ожидала Европа через, можно сказать, несколько месяцев. Итак, Эжен База, баллада для бас-кларнета и фортепиано, исполнители Илья Кочкин, бас-кларнет, Петр Шпак, фортепиано.